Здравствуйте, это передача «Африка. Второй фронт» в студии Антон Лемесев. Недавно министр иностранных дел Египта Абдель Аты призвал Иран проявлять сдержанность на данном этапе противостояния с Израилем, чтобы избежать перехода к полномасштабной региональной войне. И вот о взаимоотношениях этих двух стран и в целом о региональной обстановке при участии Каира мы поговорим сегодня с программным координатором Российского совета по международным делам Иваном Бочаровым. Здравствуйте, Иван. Добрый день, спасибо за приглашение. Спасибо, что подключились. Что вы можете сказать в целом вот об этом заявлении Египта проявлять сдержанность для Ирана? Почему Египет не заинтересован в полномасштабной войне? И в чем кроется, может быть, противоречие взаимоотношений между Каиром и Тегераном, которые на разных этапах переживали как периоды охлаждения, так и потепления? В первую очередь я хотел бы отметить, что то, что мы наблюдаем в отношениях Ирана и Египта, да и в целом отношении Египта с какими-либо другими региональными и даже внерегиональными державами, все это укладывается в логику доктрины Ас-Сиси. Это, ну, скажем так, не то чтобы какая-то формализованная доктрина, но тем не менее известны ее основные постулаты. Один из главных постулатов этой доктрины как раз заключается в том, что Египет не поддерживает категорически эскалацию ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, кстати, тоже. Почему? Ну, если мы говорим про конкретно данную ситуацию, связанную с войной и в секторе Газа, и теперь еще и в Ливане, то здесь играет, наверное, роль в каком-то смысле даже фактор географии, то есть сектор Газа находится в непосредственной близости от Египта, и еще год назад были серьезные опасения о том, что те лица, которые были временно перемещены с места жительства, что они в итоге пойдут все в Египет. Часть беженцев действительно в Египет ушла, но не какие-то невероятные, скажем так, числа. То есть там количество временно перемещенных лиц в какой-то момент стало близко к 2 миллионам человек. И для египетской экономики, конечно, такая нагрузка была бы весьма существенна. А теперь также возникла ситуация в Ливане, которая также оказывает определенное давление на региональную гуманитарную обстановку. Я уже молчу про то, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке, она подрывает, в частности, деловую активность в регионе. Простой пример. После начала войны в секторе Газа активизировалась деятельность йеменских хуситов, движения Ансар-Алла. Ну, это особенно стало заметно через какое-то время, буквально там, в считанные недели, после того, как началась война в секторе Газа. И, как вы знаете, это подорвало деловую активность в регионе. Часть судов она уходила вокруг Африки, и, соответственно, это сказалось на доходах Египта от эксплуатации Суэцкого канала. Я напомню, что Египет контролирует фактически один из главных транспортных маршрутов не только на Ближнем Востоке, но и в мире. И, соответственно, данная ситуация, она прямо сказывалась на его экономических интересах. Если говорить непосредственно об этом заявлении, то я бы отметил, что официальные египетские власти, они не только Иран призывают деэскалировать ситуацию в регионе, но и Израиль, причем это последовательная египетская позиция, то есть неоднократно высшее руководство страны заявляло о том, что все-таки должны быть выполнены положения резолюции Организации Объединенных Наций, должно быть создано палестинское государство, всячески осуждается обострение ситуации на Ближнем Востоке и всплески насилия, которые наблюдаются в течение последнего года. Но в данном случае Иран, он тоже играет такую очень важную роль, потому что в зависимости от того, как Иран реагирует на действия Израиля, зависит то, как Израиль, собственно, будет потом отвечать на эти иранские удары. И отчасти Египту повезло, потому что он не находится между этими двумя странами. И, как вы, наверное, знаете, после того, как наносились такие удары, закрывалось воздушное пространство в ряде стран, что-то падало, в частности, в Иордании.
какие-то обломки, то ли беспилотников, то ли ракет. Египту в этом плане повезло, но это не значит, что на него эта ситуация никак не влияет. Он до сих пор очень заинтересован в том, чтобы выступать посредником в конфликте между палестинцами и Израилем. Он по-прежнему заинтересован в долгосрочном решении палестинской проблемы и заинтересован в том, чтобы в регионе царил мир, а Египет мог тратить ресурсы не на обеспечение национальной безопасности, связанной с какими-то внешними потенциальными угрозами, а тратить эти ресурсы на экономическое развитие. Вы как раз вот упоминали Ливан. Дело в том, что недавно глава МИД Египта также в разговоре с Блинкеном говорил и о необходимости расширения возможностей армии Ливана. Что под этим подразумевается и готов ли Египет как-то содействовать Ливану в той ситуации, которая сейчас развивается с Израилем? Я пропустил это заявление, поэтому не могу точно сказать, что именно все-таки имел в виду, в каком контексте оно было сказано, но могу сказать так, что Египет, он не готов, скажем так, идти на какое-то открытое противостояние с Израилем, и подобное заявление, оно может быть, конечно, воспринято как ужесточение определенной риторики. Я думаю, что все-таки Египет, он вот больше сейчас пытается делать упор на какие-то дипломатические методы, на политические инструменты влияния на данную ситуацию. То есть не могу себе представить, что, допустим, сейчас Египет будет как-то активно делом, а не словом, содействовать укреплению ливанской армии, потому что это может быть воспринято в штыки в Израиле. Поэтому могу лишь сказать, что Египет, он пытается дистанцироваться, он пытается занимать такую очень осторожную позицию. При этом я напомню, что несмотря на то, что Египет был первой арабской страной, которая нормализовала отношения с Израилем, арабская улица, египетская улица, она по-прежнему остается очень пропалестинской и очень антиизраильской. И, кстати, в определенной степени и антиамериканской тоже. Поэтому в данном случае египетские власти, они вынуждены действовать очень осторожно, чтобы, с одной стороны, не спровоцировать какие-то всплески роста социальной напряженности у себя в стране, но, с другой стороны, не создавать поводов для региональных игроков, для своих партнеров, чтобы они усомнились в нейтральности Египта и в том, что он как-то явно склоняется в ту или иную сторону в вопросах, связанных с военно-политическим воздействием на ситуацию. Ну, мы видим, да, вот такое дистанцирование Египта от Хамас, если даже не неприязнь открытую к Хамас. А что можно сказать вот по поводу взаимоотношений Египта и Хезболлой? Какова позиция Египта по этому вопросу? Я могу сказать так, что в Египте оценивают Хизбаллу как прокси Ирана. В принципе, таковым данное движение и является. Я напомню, что это шиитская организация. Да, она политическая, но она в то же время и имеет боевое крыло. То есть были определенные контакты, насколько мне известно, между Египтом и Хизбаллой, но, скажем так, здесь Египет относится к Хизбалле именно к такому квазигосударственному актору, с одной стороны, встроенному в политическую систему Ливана, но с другой стороны, такому весьма непредсказуемому игроку, который близок к Ирану. У Ирана и Египта сейчас более, скажем так, нейтральные, что ли, отношения, чем, допустим, раньше, в самом начале 10-х годов, но, тем не менее, как вы и сами отмечали, остаются определенные противоречия. Все-таки Египет сейчас больше, ну, собственно, как и последние 10 лет, по меньшей мере, склоняется в сторону Саудовской Аравии и других аравийских монархий. То есть, несмотря на то, что в прошлом году были нормализованы саудовско-иранские отношения, все равно нету полного какого-то взаимопонимания между рядом арабских стран и Ираном по вопросам, связанным с обеспечением региональной безопасности.
То есть я бы сказал так, что Египет, как, кстати, и многие другие арабские игроки на этом ближневосточном поле, вроде как пытаются со всеми дружить, но при этом сохраняется такая настороженность в отношении определенных действий. И то, что именно действия Хизбаллы фактически и привели к операции Израиля в Ливане, оно, ну, создает определенные опасения о том, вот, насколько все-таки данное движение непредсказуемо, насколько оно автономно и в какой степени оно содействует росту напряженности в регионе. Примерно так, я думаю, в Египте смотрят на данную проблему. Иван, правильно ли я понимаю, что в данном случае Египет делает выбор между вот нестабильной, как сказать, внешней политикой Ирана, нежеланием втягивать регион в войну и вот между такой довольно сбалансированной политикой других восточных стран вот этого региона, монархии этого региона? То есть ему ближе как бы такая многовекторная дипломатия, нежели чем жесткая эскалация, за которую Иран сейчас выступает в регионе? Я бы сказал так. Я небольшой специалист по Ирану, но мне не кажется, что Иран он сам пытается вот как-то именно эту эскалацию спровоцировать. То есть он совершает определенные действия, но здесь начинает происходить, в общем-то, мы наблюдаем какую-то дилемму эскалации просто, когда действия одного игрока провоцируют управляемую эскалацию другого игрока. То есть эскалация, она какой же может быть? Она может быть непроизвольной. Она может быть спровоцировано каким-то труднопрогнозируемым событием. То есть в данном случае я не вижу, что Иран прям последовательно идет на эскалацию. А Иран, он скорее пытается уклониться от прямой какой-то конфронтации с Израилем, потому что его экономика, ну, вряд ли способна потянуть какие-то постоянные удары по территории Ирана, какую-то полномасштабную конфронтацию, тем более, что к этой конфронтации может быть подключен и Вашингтон. Поэтому я думаю, что в данном случае нет вот какой-то такой дихотомии, но если сравнивать с тем, что происходит с Египтом, то, конечно, ситуация очень разная, потому что Иран, он просто вынужден, чтобы не потерять лицо, как-то реагировать на действия Израиля. То есть это касалось и апрельской атаки, когда ударили по дипломатическому кварталу Незе в Дамаске и пострадали иранцы. Именно тогда Иран нанес впервые прямой удар по территории Израиля. Сейчас мы тоже наблюдали такой удар, но опять же, дело связано с тем, что Иран терял лицо, потому что его основного союзника, наиболее, скажем так, подконтрольного союзника, начали уничтожать, причем начали уничтожать и высшее руководство группировки Хизбаллы. Именно поэтому Иран себя так повел. Египет, он в данном случае, ну, не имеет никаких таких гласных или негласных обязательств, он не гарантирует безопасность Ливана, он не входит в ось сопротивления. Собственно, поэтому у него больше возможностей, чтобы именно отстраниться от данной ситуации, действительно продолжать проводить многовекторную политику. Но и здесь все-таки есть ограничения, потому что, повторюсь, что на уровне официальной риторики Египет, он вынужден оставаться пропалестинским, вынужден поддерживать именно решение этой проблемы в рамках резолюции ООН. Хотя, может быть, какие-то экономические круги и были бы рады как-то больше сейчас сотрудничать с Израилем, потому что израильская экономика, она, ну, тоже достаточно мощная в каком-то смысле, и технологиями Израиль обладает очень важными, которые пригодились бы Египту для модернизации его национальной экономики. Поэтому в данном случае я думаю, что, ну, очевидны различия в региональной политике и Ирана, и Египта, и обоснованы многолетней политикой, которую эти две страны проводили в последние годы. Большое спасибо. Я напоминаю, что взаимоотношения Египта с ближневосточными государствами мы обсуждали с программным координатором Российского совета по международным делам Иваном Бочаровым. Спасибо еще раз за комментарии. Всего доброго. Спасибо вам.
До свидания. Мы переходим к следующим темам. Первая группа мигрантов высадилась с итальянского военного корабля в албанском порту Шенджин 16 октября. Противоречивый план использования центра за пределами границ Европейского Союза для рассмотрения их права на въезд в Италию вступает в силу после нескольких месяцев задержки. Мигрантов, в том числе 10 граждан Бангладеш и 6 египтян, забрали в море в воскресенье на борту отплывших из Ливии лодок. Прибыв в Албанию, их сопроводили в центр приема, созданный в рамках соглашения между Италией и Албанией. Италия построила 2 таких центра в Албании. В первом соглашении, в котором страна Европейского Союза перенаправляет мигрантов в страну, не входящую в ЕС, в целях предотвращения нелегального прибытия туда. После оформления в Шенджине их должны были доставить вглубь страны, в Гиадер, небольшую деревню, примерно в 15 минутах езды, где они будут находиться до тех пор, пока не будут рассмотрены их заявления. В случае предоставления убежища им будет разрешено въехать в Италию. Италия заявила, что в Албанию будут отправляться только мужчины из стран, классифицируемые как безопасные. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии, лидер партии «Братья Италии», выдвинул ряд инициатив по ограничению миграции из Африки. Мелони выступает за более строгие меры контроля за миграцией, включая ужесточение правил получения убежища и ускорение процедур депортации. Она предлагает улучшить сотрудничество с африканскими государствами для предотвращения миграции и создания возможностей для развития на родине мигрантов. Это включает финансирование проектов, направленных на улучшение жизненных условий в этих странах. В рамках борьбы с нелегальной миграцией планируется усиление ресурсов для пограничников и полиции, а также увеличение числа патрулей на море для предотвращения переправки мигрантов. Мелони предложила создать центры приема мигрантов в странах, откуда они прибывают, чтобы обрабатывать заявления о предоставлении убежища еще до их приезда в Европу. Ливия остается одним из основных пунктов отправления для мигрантов, стремящихся добраться до Европы из-за политической нестабильности и конфликтов. В стране наблюдаются конфликты и гуманитарные кризисы, что вынуждает людей покидать ее. Эритрейцы часто мигрируют из-за репрессий и нехватки свободы, что делает страну одним из ключевых источников мигрантов. Экономические проблемы и насилие со стороны различных групп в Нигерии также приводят к увеличению числа мигрантов из этой страны. Французский колониализм распространяется на десятки тысяч километров от территории самой страны. Богатый природными ресурсами архипелаг Эпарс в Индийском океане, который Мадагаскар считает своим, Франция уже десятки лет относит к заморским территориям. Несмотря на протесты местного населения и долгие годы переговоров, ситуация пока что не меняется. Франция – одна из крупнейших колониальных империй, проводившая политику экспансии в XVI-XX веках в целях экономического, политического и культурного доминирования. По сей день республика сохраняет часть владений в виде заморских территорий. Колониальный гнет Франции нанес ущерб народам Америки, Африки, Азии и Океании. К середине 1960-х годов независимость от Парижа обрели Алжир, Вьетнам, Камбоджа, Камерун, Лаос, Ливан, Мадагаскар, Мали, Марокко, Сенегал, Сирия, Тунис. Однако острова Эпарс по сей день являются предметом спора между Францией и Мадагаскаром. В результате административных и политических уловок накануне обретения Мадагаскаром независимости управление Эпарсом было передано в ведение Министерства по заморским территориям и департаментом Франции. И тогда генерал де Голь заявил, эти острова и островки могут иметь важное значение, в частности для проведения ядерных испытаний. Но важно только одно, там есть нефть, а ради нефти французы готовы на все. И несмотря на протесты Африканского союза, несмотря на заявления различных организаций, острова так и не передаются непосредственно африканским же странам. Какое отношение имеет к Франции далекие острова в Индийском океане? Да никакое. Но Париж настаивает на том, что это французская земля, и уходить оттуда он не собирается. Поэтому политика неоколониализма со стороны французских властей продолжается и в наши дни. К
Кроме разнообразной флоры и фауны, эти острова также богаты углеводородами, и их географическое расположение позволяет контролировать морские пути. В 2019 году на встрече президентов Мадагаскара и Франции Эммануэль Макрон объявил о включении части архипелага в национальный заповедник. Для Мадагаскара это стало крайней точкой, и стороны смогли лишь констатировать существование спора по вопросу суверенитета Эпарских островов. В 1979 году ООН приняла резолюцию, не имеющую обязательной силы. В документе признавалось, что разрозненные острова были произвольно отделены от Мадагаскара во время провозглашенной в 1960 году независимости. Париж никогда не придавал этой резолюции ни малейшего значения, и эта тема больше никогда не обсуждалась в ООН. В этом регионе Индийского океана Франция имеет исключительную экономическую зону площадью почти 640 тысяч квадратных километров, и таким образом она обладает суверенитетом над эксплуатацией значительных углеводородных ресурсов, которыми изобилуют острова в Мозамбикском канале. Эллада Мамедова, CBC. Поздно вечером 15 октября в северном штате Нигерии Джигава перевернулся бензовоз после того, как водитель не справился с управлением, разлив бензин, который взорвался и убил по меньшей мере 147 человек, сообщили полиция и государственные службы по чрезвычайным ситуациям. Авария стала одной из самых страшных за последнее время в самой густонаселенной стране Африки, которая борется с широко распространенными угрозами безопасности и кризисом стоимости жизни. Представитель местной полиции сообщил, что бензовоз ехал из города Кано в штате Йобе на севере, когда водитель не справился с управлением около города Маджиа, примерно в 500 километрах к северу от столицы Абуджи, в результате чего бензовоз перевернулся и разлил топливо. Взрыв произошел через месяц после того, как в аналогичной аварии в северо-центральном штате Нигер погибло не менее 48 человек. Взрывы бензовозов не являются чем-то необычным в самой густонаселенной стране Африки, где поставки нефти часто осуществляются по дорогам. Предыдущие пожары привели к многочисленным жертвам. По данным Агентства по безопасности дорожного движения Нигерии, в 2020 году более 500 человек погибли в более чем 1500 авариях с бензовозами. Жители, страдающие от резкого роста стоимости жизни в западноафриканской стране, где бензин дефицитный и дорогой, часто берут топливо прямо из упавших бензовозов или поврежденных нефтепроводов. Цены на газ резко выросли более чем в 6 раз по сравнению с обычным уровнем с тех пор, как правительство в прошлом году прекратило субсидирование топлива. Бедность по-прежнему широко распространена в Нигерии, несмотря на ее статус одной из крупнейших производителей нефти в Африке. Нигерия обладает одним из крупнейших запасов нефти в мире, находясь на 10-м месте по объемам добычи. Основные месторождения расположены в дельте реки Нигер. Нефть составляет значительную часть ВВП страны и экспортных доходов, обеспечивая более 90% доходов от экспорта. Сектор сталкивается с множеством проблем, включая коррупцию, насилие со стороны местных групп, экологические проблемы и недостаток инвестиций. Пиратство и воровство нефти также наносят ущерб экономике. Основным игроком в отрасли является Нигерийская национальная нефтяная корпорация, но также активно участвуют международные нефтяные компании. Нигерия начала рассматривать диверсификацию экономики и развитие альтернативных источников энергии, учитывая глобальные изменения в энергетическом секторе. Война в Судане может унести бесчисленное множество жизней, если не предпринять немедленных действий, поскольку голод и болезни распространяются, а боевые действия только усиливаются. Гуманитарные работники с трудом получают доступ к этой стране, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения. Почти 18 месяцев войны в Судане привели к крупнейшему в мире кризису внутреннего перемещения, и более чем 25 миллионов человек, это более половины населения, отчаянно нуждаются в продовольствии и здравоохранении. Матери и дети недоедают и умирают из-за отсутствия доступа к медицинской помощи, поскольку холера распространяется по всему Судану. Оценки числа смертей колеблются в пределах десятков тысяч, но они крайне неопределенны, поскольку контроль над страной разделен между
между армией и соперничающими с ними силами быстрого реагирования, а медицинские учреждения разрушены. В столице Хартуме 75% медицинских учреждений не работают, в то время как ситуация на западе и юге страны, по данным ВОЗ, считается еще более худшей. В этом году в половине из 18 штатов Судана было зарегистрировано более 20 случаев заболеваний холерой. И эта вспышка распространяется быстрее, чем в прошлом году, в 2023-м, сказал доктор Ричард Бреннан, региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Кампания по оральной вакцинации должна начаться в ближайшие дни после прибытия почти 1,5 миллиона доз. Еще 2 миллиона поступят в течение следующих нескольких недель, сказал он. Война между двумя группировками началась в середине апреля 2023 года, после того, как их соперничество вышло на поверхность из-за поддерживаемых международным сообществом планов перехода к гражданскому правлению. Ранее египетские власти опровергли обвинения командующего силами быстрого реагирования Судана Мухаммеда Хамдане Дагало, который заявил, что египетские самолеты участвуют в боевых действиях на территории Судана. Об этом говорится в официальном заявлении Египетского министерства иностранных дел. В заявлении подчеркивается, что Египет не принимает во внимание эти обвинения и призывает международное сообщество предоставить доказательства слов Дагало. Также в ведомстве выразили удивление по поводу таких утверждений, указав на постоянные усилия Египта по прекращению конфликта, защите гражданского населения и организации гуманитарной помощи тем, кто пострадал в результате боевых действий. Некоторые арабские СМИ цитировали Дагало, который утверждал, что египетские ВВС участвовали в атаке на его силы в штате Сенар на юго-востоке Судана. Он также обвинил Египет в подготовке суданских военнослужащих и поставке беспилотников. Это были все новости Африки на сегодня. Оставайтесь на CBC. До новых встреч.